Во вторник утром ситуация на белорусско-польской границе вновь накалилась. Беженцы не оставляют попыток попасть на территорию Евросоюза. Видеозаписи, сделанные в районе КПП «Кузница», показывают мигрантов, которые пытаются разрушить заграждение и бросают в польских пограничников камни. Последние отвечают им водометами и слезоточивым газом. Это газ, и им разрешено. Почему они это делают? Мы спим в лесу уже 9 ночей, в голоде и холоде. Мы ждем, что Европа откроет нам дорогу, но Польша никому не позволяет нам помочь. Они не дарят нам цветов, так что и мы не будем. Они нам газ, мы им камни. Будем обращаться с ними так же, как и они с нами. We will give them stone. Абсолютно неприемлемое поведение польской стороны. Я думаю, что и слезоточивый газ, и водометы, и выстрелы поверх голов мигрантов в сторону государства Беларуси, это все отражает, ну, я считаю, стремление скрыть свои действия. В свою очередь, Евросоюз обвиняет Александра Лукашенко в использовании мигрантов для того, чтобы надавить на Брюссель и заставить его отказаться от санкций против Минска.